Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, обзорчик почти утренний. Сейчас как раз заодно немка обновится. По акциям, что у нас есть, посмотрим. Так, бонус. Second Resident, да. Донатная тема. Ничего больше такого нету. Многие, кстати, ребята спрашивают по поводу фонарей. Думаю, что они сломаны, там попробуйте либо перезайти в игру, оно вам даст, если вы забрали все награды, либо надо забрать все награды, там, чтобы оно открылось, то есть надо, чтобы все дни прошли. То есть сегодня должно открыться уже окончательно у всех, кто там не бегал, не забирал, потому что многие ребята пишут, что у них проблема, они могут зайти. Ну, в принципе, акция вроде нормально не лагает. Если там стоят цепи, ну то есть замки, то это откроется, когда там пройдет время. Такс. 2000 нету сундуков сегодня, ничего такого интересного нету. Хрусталка сегодня, в принципе, понедельник. Вряд ли сегодня что-то прям такое будет мега вау. Так, сейчас чекнем, что там по битой гильдии, будем строить, думаю, сегодня Арасту на деф тестировать. Да, 3200 первое место взяли, с каким отрывом? 728. Почти, почти нас догнали, но нас, наверное, не все попроходили еще. Но вот это вот нормальные активы, я считаю. 50 человек, которые 60. Вот смотрите, практически 70 человек отбегали. Вот это называется актив. Так, а что тут? Тут тоже, кстати, неплохо, смотрю, фигачили. 60 человек. Это, наверное, еще, знаете, в топовых гильдиях еще бегают. 460, ну тоже довольно таки неплохо. 60 человек тут вообще не бегали. Так, окей, в общем, ничего такого интересного нет. Открылся у нас смотр, может это смотр начать бить, составы тестировать. Поехали на русский сервер чекнем, что там на русском сервере сегодня. Уже сделаю, думаю, расписание по стримах, что и когда сложу, какие игры будут. И сделаем голосование, опрос, кто какие игры хочет больше. Так, что у нас на русском сервере творится? Ничего себе, трец выгоды, еще коллекционера запустили, что ли? Да, коллекционер героев сегодня есть на русском сервере. Так, собери себе сам. Барт, кстати. Барт за... Это что у нас получается? 5 баксов, 6 баксов. Вообще фигня. Что, донат на русском вырос, что ли? Нету больших наборов. Что-то я не вижу, насколько большой. Не, вроде... Странно. Так, трец выгодой, бинго, карты квесты, алхимик, фонари, ничего нету. Да, вообще ничего нету интересного. Ну вот классная тема, молотки. Ну, кому надо. Так забрал, а что по коллекционеру? Ну, коллекционер, как обычно, ничего не меняется на русском сервере. Он ни о чем. Так, фонтан. Вот единственное, что на русском хорошо, так это то, что фонтан запустили аж на целую неделю. Такого давненько не было, что фонтан на целую неделю. Ну, просто здесь очень редко. Коллекционер, как обычно, вообще никакой. Так, поехали на Тайвань и забежим на немку. Сейчас Тайвань чекнем. Я вчера провтыкал и битву гильдии пройти, как обычно. Не успеваешь все сделать. БГ, АФ. Хорошо, хоть затянули. Такс.
Ну, сейчас просто так чекнем, что тут есть. По акциям интересного. Накопление с зефиром. Ничего такого прям мегавау сверхъестественного нету. Так, анонимки мы вчера еще получили дополнительно 700 самоцветов. Это итого получается. Сейчас посчитаем с вами, сколько у меня само в сумме за неделю получилось. Ну, довольно-таки неплохое количество должно быть. Ну, в среднем, даже если так брать с другими акциями, я за неделю поднял 10 косамов. То есть за месяц 40 косамов накопить, в принципе, очень даже реально. Так, поехали на немецкий сервер. О, где там оно? Так, и чего у нас получилось? 1200. Тут 725, 375, 1100. Это 2300. 2675 и 700, короче, 3400 самов, 3400-3500 самов в неделю получается с квеста в среднем. Я думаю, возможно, сегодня еще раз сделаю, еще на недельку. Мне интересно просто посмотреть, что на этой неделе будет. Но понятно, что мы скорее всего меньше. Так, отлично, сундучки, отлично, огонь. Мы сейчас тут прям до третьего лавела, конечно, мне дофига. Блин, я жалко пропустил найм. 20 звезд за найм, X10 было бы. Я это провтыкал. Да, ничего на немке что-то нету сегодня. Я как-то не попадаю. Ну, у нас 5 этих, но мы отсюда вряд ли с обычных вытащим. Видите, это супер наград, кайфовые плюхи падают. Мэри, ой, говорю Мэри, божество, мастер, блин, ну это надо 10 монеток, 11 даже. Так, дерево открыли. Блин, а у меня самоцветов на дерево нет. Ну я, в принципе, и так их выгодно вложил. Я не знаю, или на следующее дерево. Надо попробовать успеть, конечно. Забрать. О, 10 монеток, нифига себе. 50. Не, это круто. Это круто. Крутое дерево, честно скажу. Мне дерево реально понравилось. Смотрите, можно даже 60 сундуков забрать. Тоже будет круто. Ну, найм вот этот, это просто бомба. Блин, классное дерево, но самоцветов нет. Реально дерево кайфовое. Но, блин, нету самов. Надо где-то приблизительно около 16-17, около 20 косамов на это все. Но 10 монет, блин, дают. Жалко, конечно. Но ничего не сделаешь. Такс. И, кстати, ребятушки, у меня появился... О, у нас, кстати, появился еще фонтанчик. Блин, а что забирать монетки? Я буду монетки собирать. Ух ты, нифига себе, 3 монеты сразу же. И у нас осколки Мэри. Смотрите, как кайфово. Получаешь с первой тычки монету, а потом можешь за эти монеты уже дальше Мэри собирать. 3 осколка Мэри плюс бомба. 3 монетки, 3 осколка. Супер. Что еще надо? Короче, немка тащит. Немка реально тащит. Кайфовый сервак. Так, что у нас вчера? У нас вчера по атаке фортов мы вчера заняли. Хотя мы заняли всю карту, кто смотрел, мы заняли второе место, по-моему. Нас просто тупо развалили два чувака с 30-ми прорывами. Просто тупо всю карту заняли. Зажали. Обидно. Ну, это такое. Провтыкали. Вот что значит донат. Целая гильдия там. Больше 10 человек, но мелкие аккаунты, ты ничего сделать не можешь. Так, ну что, неплохо. И самое интересное, ребята, я вчера за найм
собрал нового донатного дракона. Вот у меня молтаника появилась. Ну, я не знаю, где я буду применять, но... Но это реально круто. Теперь надо осталось еще Арктику дособирать. Некроса. Ну, Некроса я буду, наверное, собирать, скорее всего, после Мэри. В общем, будем прокачивать дракона. Я подумаю, куда его прокачать, потому что ресурсы надо дофигища кгашек для эволюции сейчас. И будем, думаю, строим челлендж номер 2. 3-400, считайте, мы собрали Зету за прошлую неделю. Попробую собрать Зету, дособирать и, возможно, попаду на офигенное дерево. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.